Два человека пострадали из-за смерча в японской префектуре Татиги. Сильный ветер сорвал крыши и частично разрушил стены более 340 домов. Предположительно, смерч спровоцировал прошедший над территорией страны тайфун Халон. Разрушения протянулись с юга на север на протяжении 7,5 километров. По последним данным, жертвами стихии стали 9 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Около 80 жителей получили травмы различной степени.